Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие подписчики канала Аюрведа, канал о вкусной и здоровой пище. Итак, сегодня 16 июня, и я приветствую вас на канале Аюрведа. Итак, дачный сезон продолжает свою рубрику. И вот сейчас шла на огород. И вот наши вчерашние кабачки, которые я вчера пересаживала рассаду. Вот так вот они выглядят сегодня. Вот видно, что они листики опустили. Но, в общем-то, они живые, да? Видно, что они начинают потихоньку приниматься. То есть вот этот листик, он опущен, да, но вот этот листик, он поднят. То есть это говорит о том, что растение все, оно начинает приживаться, да. То есть вот эти листики, да, вот эти листики, они приподняты. Вот они, вот. То есть это говорит о том, что растения начинают приживаться, да, вот, то есть, ну, вот эти они, да, они большие, взрослые листья, они опущены, но вот этот лист, он приподнят, то есть, все, растение прижилось, то есть, лист приподнят, и растение прижилось. Растение прижилось. Ну, вот этот вот еще немножко вот так его поднять. Вот так, чтобы он был немножко приподнят. Вот так вот. Чтобы он не очень был опущен. Вот. А так все растения, вот эти мелкие, которые я сажала, все они приподняты. Вот это растение тоже уже маленькое начинает подниматься. Вот практически все. Больше я не вижу нигде ничего. То есть, по всей видимости, больше уже ничего не взойдет. Вот, то есть то, что вот я посадила здесь. То есть вот по этому листику можно определить, что растение, да, растение живое, оно прижилось. То есть оно перебаливает, но оно уже начинает, да, оно уже начинает приходить в себя. То есть видно вот по этим листочкам, что они приподняты. Вот, значит, все, растение живое. Ну вот осталось только вот здесь вот мне вот это растение сейчас приподнять, его чуть больше земли присыпать, чуть больше земли добавить. Вот, а так, в принципе, вот все растения живы. Ну, сейчас какое-то время они будут перебаливать. Вот. А так, в принципе, вот они живые. Вот, ну и вот эти маленькие росточки тоже. Вот они тоже уже вот в таком вот состоянии. Вот они. Ну, больше здесь ничего нет. Больше ничего нет. Как бы вот последнее, то, что зашло. Раз, два, три, четыре. Четыре маленьких росточка. И все. А, ну вот еще пятый. Пятый росточек вот еще появился, да. Вот, видимо, за ночь зашел. Вот, пятый. Раз,
два, три, четыре, пять росточков. Пять росточков. Ну вот, в принципе, и все. Больше здесь ничего нет. Пять росточков это то, что я сажала. Вот, а остальное то, что мне вчера дали. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и пять, 12 кабачков. То есть практически мои все кабачки. Вот не все, конечно, но кое-что взошло. Значит, поливаю сейчас все луночки, проливаю сейчас все. Ну, кабачки можно не поливать, они влажная земля. Вот, ну, пролить только вот эти мелкие. Можно и вот здесь вот присыпать земли, чтобы он поднялся, этот кабачок. Вот. Ну, вот как бы вот на сегодня, да, вот такой вот фронт работы. Вот здесь вот уже на нем завязываются плоды. Вот здесь вот на этом уже плоды завязываются. То есть вот так вот я чуть-чуть приподняла его и слегка приплюснула. Вот так вот. Вот и чуть-чуть его вот так вот слегка еще. Вот так вот я его приподняла, то есть со всех сторон. И вот здесь вот луночку сделала, вокруг сделала луночку. И вот здесь вот слегка его приподняла кверху, у основания. То есть он здесь уже начинает... Так, вот здесь вот я оторвала что-то, цветок, наверное. То есть вот здесь вот у него уже начинает завязываться... Ну, это, видимо, цветочки, это не плоды. Возможно, это цветы завязываются маленькие. Мы посмотрим. То есть стараться, чтобы вот его слегка придавить. Вот так вот. Вот так вот его придавить слегка. Вот.
То есть, чтобы он стоял. Ну и полить, соответственно. Смотрите, 16-й день, кабачки продолжают вылезать из-под земли. Вот еще один лезет кабачок. Сегодня 16-й день уже. Кабачки продолжают вылезать. Еще один вылез кабачок. Заливаются кабачки. Все вымочки, даже там, где не зашли, проливаем.
Вода не очень теплая, конечно, но... Какая есть. Поливаем, какая есть. Смотрите, сколько тут ос летает, сколько пчел. И практически вот то, что сажала, везде всходит. Thank you.
уже эту часть пролили. Теперь можно слегка порыхлить. Да, теперь можно слегка все порыхлить. Так, мы, значит, рыхлим вот эти вот наши маленькие кабачочки. Ну, вот один еще кабачочек прорезается. Вот он. Вот малюська. Малюська еще прорезается. Тут тоже сейчас сделаю луночку. Вот такую вот углубленец. Ну, пусть пока земля просохнет. Сейчас она просохнет. И пока мы двинемся дальше. Дальше я иду поливать следующие грядки, потом тогда вернемся сюда и здесь уже будем рыхлить. Вот один еще кабачок, то есть вот на 16-й день кабачок уже еще один у нас выходит с опозданием. То есть, ну, практически вот то, что сажала, практически все вышло. Ну, кроме тех, где уже я посадила рассадные кабачки готовые. Ну, а все остальное, ну, 3, 4, 7 лунок. Все остальное, то, что уже с опозданием выходит, это уже, ну, не очень может быть. Видите, он такой желтоватый слегка. Посмотрим, какой он будет. Видите, он слегка такой желтоватый. Не будем ему помогать. К вечеру он должен выйти. Дальше можно полить клубнику также. Но при такой жаре, конечно, тем более в момент плодоношения, лучше это все сейчас пролить.
Идем дальше поливать наша клубничка. Дальше посадки идут.
Итак, пролила я все грядочки, пошла. Вот такой вот горошек уже у нас. То есть он подрастает. Еще подрос. Такие вот у него усики появились. Еще больше, еще длиннее. Он растет. Свеколка тоже начинает уже увеличиваться в размерах. И морковка. Вот особенно вот на этой грядке, на третьей, очень много моркови зашло. Вторая, третья. Но на первой грядке в этом сезоне практически морковки нет. И дальше мангольд. Вот здесь вот особенно много его. Вот такой вот он уже большой. Но это листовая свекла. Мангольд. Вот здесь особенно его много. В этой части. Дальше фасоль. Тоже вот она уже разрастается. Появилась новое растение, то есть новые листики появились дополнительные на фасоли. То есть фасолька тоже развивается. Шпинатик. Ну вот шпинатик я планирую сегодня посеять на более большую грядку, потому что на этой грядке ему тесно. Он вообще-то должен быть вот таких крупных размеров, шпинат. То есть он должен разрастаться, у него такие широкие листья. Вот. Здесь ему очень тесно, поэтому шпинатик, даже вот он здесь уже начал желтеть. Шпинатик я планирую пересадить на другую грядку, вот на эту грядку, на резервную, где у меня свекла. Мангольд пересаженный, я планирую сюда посеять сегодня, пересадить шпинат. Пока что он еще не такой большой, потому что здесь ему тесно на этой грядке. То есть я просто решила вот поэкспериментировать, даже не замачивала его, думала, прорастет, не прорастет. Но вот видите, пророс. В следующем сезоне я планирую посеять, то есть отвести для шпината большую грядку, сразу посеять большую грядку шпинат. И вот вчера я рыхлила, полола, рыхлила базилик. Вот такой вот базилик уже он. Везде тоже пророс. Индау. Индау корсика. Тоже уже такой большой. Но внешне он похож на редиску. Индау внешне похож на редиску. На листики редиса. Дальше салатный лист. Салатный лист тоже уже увеличивается. Ну, можно было его, конечно, здесь посеять в три ряда. Вот, но я посеяла в два ряда. По всей видимости, то есть можно было посеять в три ряда его. Вот. И дальше зашли также бархатцы. Бархатцы зашли вот здесь вот. Вот уже появились бархатцы. Это вот наши цветочки, которые мы сажали в пятницу. Ну сколько прошло уже, я не помню, когда это было, но, наверное, неделя точно прошла с момента посадки. Вот, по всей видимости, это бархатцы. Наши цветочки проросли. Ну, можно здесь тоже, вот, да, по всей видимости, это бархатцы. Потому что вот как я их сажала рядком, так они рядком здесь и взошли. Значит, все посторонние сорняки, да, отсюда мы должны убрать. И прорыхлить немножко бархатцы. Вот, чтобы было понятно, что это бархатцы. То есть дать доступ кислорода. Вот. Ну, а также вот здесь вот немножко порыхлить наши растения, которые мы сюда посеяли, пересадили, да, распикировали. Вот здесь вот тоже все надо прорыхлить. Видите, как видите, что они принялись, прижились, уже пересаженные все на мои растения. Вот. И дальше клубника. Клубничка тоже начала плодоносить, вот как вы видите.
Вот, то есть вот уже появились ягодки на ветке. Клубничка начала плодоносить. Вот дальше здесь пошли усики. Розетка прижилась новая. Вот две розетки уже новые прижились от основного растения. Ну, вот это вот растение пока я не стала удалять. Не знаю, посмотрим до конца лета, как оно будет себя вести. И дальше вот здесь вот тоже уже, вот они наши ягодки, как видите. Вот они еще пока не покраснели. Вот эта розеточка, она тоже принялась от основного растения. Но здесь в этом случае основное растение у нас плодоносит. Оно и размножается, и плодоносит. А здесь вот две розетки. Здесь ничего нет. Ну, по всей видимости, она уже не будет плодоносить. Ее придется нам удалить. И сейчас мы... Земля чуть-чуть высохла. Да, сейчас я прорыхлю наши кабачки. Земля уже просохла. Ну, вот они встали. Сейчас солнышко село, за тучки зашло. Как раз благоприятная такая погода. Вот сейчас мы прорыхлим еще раз наши кабачки. Все, они уже прижились. Вот видно, уже листики расправились. Я их плела. То есть видно, что уже все, они приживаются потихонечку. То есть уже к новому месту они чуть-чуть стали привыкать. Так, ну и петрушка. Петрушка всходит долго, 2 месяца ей нужно, чтобы взойти. Ну вот пока что я не вижу ничего здесь. Будем ждать всходов. Вот эта петрушечка, как видите, вот она с прошлого сезона. Я две, которые взошли, зимы остались. Вот они, вот такая вот она петрушка. Итак, ну что же, сейчас рыхлим наши кабачочки. Можно даже вот эти маленькие порыхлить. Вот эти вот. Ну, вот этот можно даже здесь просто луночку сделать. Вот так вот сделать луночку, чтобы было понятно, что здесь у нас тоже взошел. Ну, видите, он такой... слегка такой вот желтый, желтушный. То есть такой не очень здоровый выходит. Ну, потому что уже 16-й день. Долго он сидел. Долго он сидел под землей. Тоже можно вот этот порыхлить, который я вчера сажала.
Вон солнышко опять вышло. Чуть-чуть листики свернулись. Вот здесь вот. Вот видно, что листики свернулись. Но вот этот листик хороший. Вот вроде бы здесь больше пока нет ничего. Это вот вчерашние пересаженные, которые мне дали рассадные. Это вот уже взошли мои семечки. Даже не знаю, что это за сорт. Просто сажала. Даже коробки не подписаны были. Просто сажала их. И даже не знаю, что здесь за сорт. Дальше. Вот один скрученный лист, а остальные все хорошие. То есть вот он листик хороший, уже приподнялся, стебли приподнялись, значит все, значит, а он себя хорошо чувствует. Сейчас мы его порыхлим еще.
Вот, и вот маленький еще росточек вышел. Тоже сейчас сделаем ему луночку. Вот такое вот, такое углубление. Вот один скрутился, нижний лист. Стекла убираем, стекла относим вот сюда, вот здесь вот стекла у меня все, а здесь камешки я собираю. Вот этот совсем хороший кабачок, совсем хороший.
Солнышко опять вышло. Так, рыхлим. Так, ну вот все прорыхлило. Итак, все кабачки прорыхлило. Теперь идем дальше рыхлить. Идем дальше рыхлить вот эту грядочку. Можем прорыхлить теперь. Да, ну вот здесь вот, где цветочки, вот здесь вот можно убрать сорняк, вот этот вот, и дать уже рост цветам. Вот, вот здесь вот уже цветочки появились, вот они, по всей видимости. Вот можно их, кстати, здесь и прорыхлить. Прорыхлить и сорняк убрать тоже. Ну вот как бы вот такая сегодня работа у нас, такой фронт работы. Да, сейчас можно пересадить, кстати, шпинат. Вот то, что на повестке дня я хочу сделать сегодня. Основная работа моя — это пересадка шпината. Да, я пересажу сейчас шпинат, и уже если время останется, тогда можно будет рыхлить свеклу и мангольд пересаженные. Вот. Сейчас вот первым делом надо пересадить шпинат на большую грядку. Сейчас я как раз этим и займусь. Вот сюда, на эту грядку, я хочу пересадить шпинатик. Вот я ее пролила. А вот в этой части мы сейчас посадим. Здесь будет мангольд и свекла. А здесь вот сейчас я хочу посадить. Да, вот где свекла заканчивается, вот здесь вот еще у нас свекла. Вот. Вот у нас свекла. Вот здесь вот. Вот. Вот это вот тоже свекла. А дальше уже вот здесь, вот в этой части, вот так вот сейчас я проведу такую линию. Вот в этой части я уже посею дальше. Уже сейчас посажу сюда шпинатик. Вот на этой части. То есть вот эта часть у меня вся засеяна уже. А вот на этой части сейчас посажу шпинат. Рассажу.
Здесь тоже, кстати, маленькая свеколка. Ну, чтобы не повредить, нужно прямо здесь, вот на этой части, вот где свекла заканчивается. Вот здесь вот, где свекла заканчивается, вот здесь можно посеять шпинат, вот эту часть. Вот. Вот сюда. Ну, земля здесь уже пролита. И сейчас я просто перенесу. Вот я сейчас покажу, как я буду шпинат пересаживать. Нет опыта, не знаю, правильно я делаю или нет. Ну вот как бы сейчас прям с комом земли. Вот эти, видите, они здесь желтые. То есть для них здесь место неблагоприятное. Прям сейчас вот здесь подкопаю. Можно будет даже вот этой вот рыхлилкой моей вилочкой копать. Можно даже вот этой частью сейчас все это подкопать. Вот так вот прям. Вот так прям взять. Потому что здесь все очень маленькое, нежненькое. Вот. Вот так прям беру. И вот это вот все отношу. Вот. Прям с комом земли. Сейчас перенесу все это. И посажу вот сюда. Вот, это у меня шпинат. Вот здесь можно прям луночку выкопать. Вот в этой части. Вот здесь вот. Посерединке. Вот, но здесь несколько. Вот, и вот его сюда посеять. Вот у него такая корневая система. Прям вот с корневой системой я беру, видите, вот прям корневая система, и прям вот сюда сажаю, в эту луночку. Вот. И вот так вот его прикапываю. Так что начал желтеть уже, то есть ему здесь тесно. И дальше можно, то есть он больших размеров растает. Дальше можно опять вот так вот беру и пересаживаю. Посмотрим, что примется. В любом случае здесь ему будет получше, потому что все-таки, ну и делаем такие расстояния, потому что у него листья широкие должны быть. Вот, и ну вот такой вот он, и дальше опять сажаю.
Ну, и можно будет вот сюда вот посадить. Вот. Ну и также следующий сейчас еще посажу. То есть отсюда сейчас надо будет все перенести. Вот это все отсюда забираю. И с комом земли переношу. Сейчас это все сажаю здесь. Можно прям вот сюда посадить. То есть ему здесь тесно, поэтому он уже начал гнить. Видите, он желтеть начал. То есть места мало ему. Он, по идее, он должен быть большой, у него должны быть большие листья. Вот, и вот здесь вот сейчас посажу, вот сюда вот. Ну, можно будет где-то здесь еще посеять. Вот здесь вот можно будет посадить. То есть вроде бы он весь взошел, но места мало, поэтому вот так вот я сейчас. Вот, и дальше вот здесь можно еще посадить, также разнести его и посеять. То есть он начал уже засыхать. Вот его можно будет потом полить. Полить и прикопать. Ну, сейчас я его рассажу здесь по всей длине.
так вот сюда вот еще посажу. Вот в эту часть. Так, и опять склон земли переносим. Так, можно будет даже вот сюда посеять. Здесь тоже ничего нет. Так, все, батарейка садится. Все, я заканчиваю свой выпуск. Да, на сегодня все. Так, вот сюда я сажаю в это место. Вот сколько батарейки сейчас хватит.